Глава 4. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник помазанный, посвященный совершенным посвящением, крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом, пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел. Там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом. И внесет священник, помазанный крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь тельца, и покропит 7 раз пред Господом, пред завесою святилища, и возложит крови на роги жертвенника благовонных курений, которые пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания. И весь тук его вынет из него и сожжет на жертвенники, и сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа, Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил,
Пусть приведет он в жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где заколаются все сожжения пред Господом. Это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на роги жертвенника все сожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника все сожжения, и весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной. И так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока и возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник перстом своим крови от всей жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему».